Есть такой район, где всегда происходит хаос, и новички, приходя в этот район, нихуя не понимают. Я сам недавно что-то понял, сел и составил критерии, по которым вы сможете охуенно играть. Сразу выделю первую проблему, которую допускают игроки: заходит не на тот район. Заходите в Эббингтон, в скобочках Асайлум. А вот и вторая ошибка новичков. В Асайлум не так уж легко попасть. Почти всегда есть только одна полная копия, и она всегда занята. Не сдавайтесь, вы же хотите погамат поубивать, пробивайтесь в район. Займет это немного времени. Блять. Да блять. Я уже хотел выключить запись и забить хуйца, но мы удачно заходим на район. А вот и следующий пункт. Не ведитесь на связного. Этот лох вас разведет, пока он подсовывает вам товар. Вас убьют в спину. Наебываешь. Вот мы и подохли, а какой-то тип бегает и радуется легкому убийству. Проблемы графона. Нам хочется играть и видеть классную графику в игре, но из-за нее мы не видим противников и сосим. А в случае APB у нас просто лагает игра, как последний сука, который не заплатили после жаркой ночи. Конечно, конечно, если умеешь играть в это говно, то и с лагами можно нагибать пару-двойку врагов. Но только пару-двойку. Поставь конфиг, не очкуй, с ними ты будешь значительно лучше играть, ссылка в описании. Ха-ха, Небал, ссылки в описании не будет. Реально хочешь быть быстрее всех и лучше? Тогда ставь самые уебищные настройки графики и самое главное, не забудь про разрешение маленького размера, как твой член. Не спрашивай, откуда я знаю. Растянутый экран дает больше точности и остроты ощущений. Опа. Читенько. Я игру вижу так. А вы видите так? Все ради того, чтобы вам было приятнее смотреть, любимые подписчики. На самом деле хочу много лайков. А вот сравнительный анализ графона. Слева тащер, справа лох, но зато по красоте. Выбор за вами. Конечно, такие игроки, как Кенди, X2 Beast, Серега, Кемпингтон, они могут тащить на максимальных настройках с 4К разрешением. Это единичные случаи. Никогда не верьте тому, что видите в игре. Часто бывает, что игра просто вас в один момент наебет. Считаем хитмаркеры. 1. 2. 3. 4. Вроде бы ваншот, а нихуя. Давайте посмотрим, сколько очков дадут за ассист. Что и следовало доказать. Нанес ему 200 урона, а дали чуть больше полтоса. Каждый выстрел с дробовика, меняйте камеру, и вообще часто нажимайте ее. С этой кнопкой вы психологически становитесь быстрее, точнее, и просто выглядит красиво для фраг-мувиков. Вот, к примеру, я не использую кнопку переключения камеры. Косой лох, неудачник. А здесь я использовал кнопку переключения камеры. Охуенные тушоты, красиво пиздато по красоте. Еще всегда есть чел, который мешает вам, его надо сливать быстрее всех, даже если он в вашей команде. Зовут его АТФ-4 Патриот. Держи, пидо. Значительно стало легче, теперь дороги открыты. Есть на районе знаменитое место, кухня пиздеца и смерти. Берегитесь ее, там враги могут появиться с любой жопы и пизды. Например, вот я проверяю округу, никого. Никого. Ну нихуя себе, гости. Сколько ни пытайся, здесь ты сдохнешь. На Асайлуме у всех есть гранаты. Каждый кидает гранаты, сами не зная куда. Вы можете попасться случайно под эти гранаты. Надень броник. Совет от Беста. Давайте посчитаем взрывы. 1, 2, 3, 4, 5,
6, 7, 8, 9, 10. Да ну его нахуй считать это пизду как много, забью-ка охуйца. Есть специальное место, где сидят овощи, там можно сорвать куш, я его вам покажу. Лови, фашист, гранату. Даже две. Все легко и просто. Вот и победа, а я на первом месте с охуенным счетом. Спросите меня, почему такой хуёвый счет? Да потому что я скажу вам главный показатель скилла в этой игре. Это разум, руки и внимательность. Наебал? Вот что решает в этой игре многое. Это моя мышь, стоимостью 4 проезда в московском метро. Поэтому я так хуёво стреляю и играю последние 2 года. Но я не расстраиваюсь, потому что мне поебать. Пройдя этот курс, вы должны играть лучше. Соберем 400 лайков на этом видео, и я запущу стрим, где буду пить пиво. Пить водку. Всем пока и удачи.